Всем здорово, народ! Недавно в официальной группе ВКонтакте вышел пост, что вышел клиент для Contra-City. И сегодня я вам покажу и расскажу, как правильно скачать, разархивировать и установить данный клиент. Нажимаем на ссылку из Google Диск. И здесь все прописано, что кому скачивать. Для тех, у кого 64 бит, скачиваем любой из данных файлов. Либо Contra-City клиент, либо копия Contra-City клиент. Для тех, у кого 32 бит, скачиваем, соответственно, Contra-City клиент 32 бит, либо копию. У меня 64 бит, поэтому я скачаю копию. Жмем правой кнопкой мыши «Скачать». Все равно скачать. Как вы заметили, у нас значок неизвестного файла. Данный файл скачался. Заходим в загрузки. И видим то, что неизвестный файл. Меняем название. Стираем лишнее. Изменяем файл. И все хорошо в итоге. Открываем, извлекаем полные пути с подтверждением. Все. Это можем закрыть, это можем удалить. И теперь устанавливаем сам клиент. Нажимаем Install Contra-City, пакетный файл. Соглашаемся. Finish. Установился Unity Web Player, теперь сам клиент. Русский язык. Далее. Папка, где будет находиться ваш клиент. Далее. Создать ярлык. Далее. Установить. После установки на рабочем столе появится вот такой вот ярлык. Открываете его, выбираете разрешение экрана, что вам нужно, качество. Если у вас два монитора, то выбираете, соответственно, дисплей. Нажимаете play. И нажимаем играть через лаунчер. Здесь вводите свою ссылку. Ставите галочку на «Сохранить ссылку», можете ее скрыть, но так как клиент официальный, то ссылку можно не скрывать. Войти. И вот так вот выглядит сам клиент.